В Махачкале задержан водитель автомобиля Lexus, неоднократно нарушивший правила дорожного движения. Им оказался 45-летний местный житель. Нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось позже, водитель уже был привлечен к административной ответственности за подобное нарушение и лишен водительских прав. В отношении него собран материал по признакам преступления. Фамилия, имя, отчество ваше? Магомед. Фамилия, имя, отчество, год Магомед. Рождения. Документы где от машины? В машине. Водитель находится в нетрезвом состоянии. Ты что решил? Ты что решил? Lexus Роман 858 Татьяна Константин, которую мы сейчас преследовали по улице Иракского по встречной полосе.